Пастор Рик Уоррен заявил, что американскому религиозному сообществу труднее работать с правительством США, чем с большинством других мировых правительств. Выступая перед Сенатской комиссией по финансированию глобальных инициатив в области здравоохранения, он сказал, что большинство правительств приветствует помощь от религиозных организаций. «Они не так боятся церквей, как американское правительство. Мы работаем с правительствами по всему миру, и они настроены очень дружелюбно. Они понимают, что мы не пытаемся делать их работу», — сказал Уоррен. «У каждого своя роль, и церковь не играет роль правительства, а правительство не выполняет функции церкви. Но решая вопросы здравоохранения, образования и развития, мы могли бы объединиться». Уоррен также заявил, что лучше работать с местными церквями, потому что они являются большей частью сообщества. Церковь Рика Уоррена Saddleback поддерживает глобальную инициативу по борьбе со СПИДом и в рамках своей мирной программы работает над тем, чтобы победить ВИЧ и СПИД, а также церковь помогает бороться с другими заболеваниями по всему миру.